Салют, друзья! Устраивайтесь поудобнее у экранов ваших гаджетов. На канале Альфа Бэтмен с вами Эдуард Эдуардович. И сейчас я по просьбе моих юных подписчиков покажу вам, как аккуратным почерком написать заглавие к вашим учебным упражнениям. Классная и домашняя работа, изложение, диктант. Конечно, в школе вы сейчас пишете совсем другими инструментами, нежели острое перо. Но если вы не будете спешить для начала, будете писать буквы раздельными движениями, соблюдать одинаковый наклон букв и не вылезать за верхнюю и нижнюю строчки, то вас ждет очень приличный результат. А чтобы вам было легче отработать движение, воспользуйтесь сперва вместо шариковой ручки простым мягким карандашом. Успехов вам и до скорых встреч на канале Альфа Бэтмен. Thank you.